не гитаре, для перегонного аппарата не хватает. К щелочи, твердой щелочи с алюминием приливаем воды. Хватит. И некоторое время ждем. Затыкаем отводной пробочкой и ждем, пока начнет выделяться газ. И газ уже начинает выделяться, причем начинает выделяться довольно бурно, поджигать. Так, газ выделяется очень бурно, я бы сказал. Сейчас начнет плеваться. И когда он начнет плеваться, то есть по-хорошему надо, конечно, охлаждать внешней водой. И вот выделяющийся газ, вовсю горит. Так. Реакция прекратилась, но это не потому, что мы ее охладили, а потому, что прореагировал весь алюминий, похоже. Или вся щелочь, что-то там целиком прореагировало. Греем алюминий со щелочью, с твердой. Так, греем алюминий с твердой щелочью. Ну вот у нас щелочь плавится. При этом, судя по всему, из нее выкипает вода, которая щелочь наглоталась. Ну и, похоже, началась реакция, еще одна спичка, одна горелочка, поджечь выделяющийся водород. Ну и давайте подожжем то, что попробуем поджечь выделяющийся газ. Пробуй. Нельзя сказать, что в реакции шел сильно бурно, но идет.